Ребят, всем привет, с вами Кирилл, это канал Game World 16+, это Томми, вот это вот, это Томми, который... А вот он Сальерыч, мы видим Сальерыча куда-то в ресторан. Томми, ты действительно не втерпёшь попасть туда? Это коренной сицилиец, и к тому же отличный повар. Когда мне хочется поесть как дома, я иду только к нему. Красавчик, что я могу сказать? Идёшь прям пешком, через мост. Зачем мы поехали туда? Пешком Сальерыч, Сальерыч, выходи, это вообще... Корягу, блядь, везде, везде гоняет. Мусора подборные, подборные, подоборные. Пиздоборные. Слышь! Почему ж не... Смотри, как больно. Это чило, блядь. Ванна. Поле твой просто. Как вы все? Что он? Вы можете быстрее? На такой-то тачили, вот мы сервером гоняем. А я, блядь, вот на таком граду лезть на колеса. Нет, батальеры, чудак, твою плаву. Дать мне машинку вот такую, хотя бы там на одну месячку. Нет. Ты, блядь, вот катайся на этой хуйне, на которую ты раньше таксовал. Помнишь, да, такие времена там, блядь, были? А сам, блядь, сам гоняет нахуй. Ты крутой город, даже Морелла. Чмо это, блядь, с другой семейки гоняет. Да не на чем не гоняет, да не на чем не гоняет. Да шлюха! Ты что, хочешь меня убить? Нет, я хочу тебя убивать. Оп, идет. Бабуся в сторонке. Ходит, блядь. Надо по тротуару ходить. Я думал, что ты умеешь водить. Да слышь ты, если бы не я. Я в четвертом месте бы не выбрал, посягу вас и гонки, ты слышишь? Бон, аппетит. Что это? Итальянцы? Вон, да, это итальяшки. Парни все. Он тыкает тебе в переносицу. А не, пеночки между носом, это хуйня, и губами, ну, тыкать себе, блядь, это хуйня, типа, хуйня, либо какой-то. Идеально. Ну, вот. Или вся. Эй, мне нечем стрелять. Сальерон, блядь. Возьми, Сальерон, сейчас сюда. Все, Сальерыча, 47 хп у меня выходит. Идут на тебя нападают. Кошелек! Деньги! Ну? Где Сальерыч-то?
Должен сказать, ты не пальцем деланный, Томми. А ты что хотел слышать, ты, Сальерыч? Ты со мной так не разговаривай. Разговаривай со своей женой. Машины, Господи, спаси! Все, мы со Сальерыч. На Сальерин, блин. Чудо. Ну, вообще просто. Взяли дальше в просрали. Теми ногами обращаемся. Знаешь, больше что-то. Но это было лучше. Потому что если пойдет пешком, то, блядь, пройдет 10 лет, пока старикашка не дойдет. Пока там тут да все, все да то, блядь, вся хуйня. И поэтому. Поэтому ничего хорошего. Так, у меня Вольт, Томпсон и помповые, блядь, друзья. Слышь. Не ори там, ты, Клуша. Висит Клуша. Нельзя хомячить. Что это такое? Агата, блядь. Это Агата, значит, куда мы едем-то, Сальер, блядь. Ты что, хочешь меня убить? Я нет. Это все машина виновата. Она ко всему причастна. Надо ее нахуй взорвать. Или, блядь, убрать эту хуйню. Поэтому Сальерычем тащимся вот просто. Черепаха быстрее ползет. Блядь, всем тебе все равно. Ну, Сальерыч, блядь. Бестолковый такой. Вот это было плохого управления в обычных машин. Достанем Валяру. Убирать Валяру, блядь. Просто вот перед ебанием там коков. Просто прикиньте, и о, вот эту тачку хочу, хотя она такая только оранжевая и черная. Сальер, все это тебя. Что ты умеешь водить? О. Да пош... Сдавайся! Пошел, блядь, ты нахуй, сука! Это просто пиздец. Пиздец, пиздец. Как лучше всего убить Сальера? Никого нету. Я не иду туда, не поднимаю ствол. На, секунду. Или просто так.
честные граждане. Поэтому нам шел сюда. Все. Пау, блядь, пол мне разъем. Заебался просто, блядь, ездить вообще не ездить. И чё? Больше такой... Ага. Буду квартиру продавать. Падла, старый ублюдок, мы пришли за тобой. Давай дом. Он выбежал. Спустился по лестнице, Томми, он убегает, хватай его! Как куда он убегает, он же в один труселя? Всё. Ну так, я отсюда. Знаете что, босс? Что? В первый раз в жизни я грохнул человека без штанов. Ничего страшного. Я тоже в первый. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Смотрите, как кто к нам пришел. Жизнь, Серджио. Чтим уголовный кодекс. Вижу, у тебя новая боксерская груша. Но этот джентльмен считает, что с кассой профсоюза не все в порядке. Хочет устроить... Хочет устроить заткнуться, поебал. С днём рождения тебя, поебалу. Любя. Томми, это покушение означает, что Морелло открыто объявил нам войну. Придется с ним разобраться. Если бы у Морелло не было дружков среди политиканов и других важных городских... А кто это? Ты смотри. Ладно, пока. Ладно, босяка. Он сбежает. Открывай, блядь, чеченца, не славу. Ты еще кулаками будешь умачить? Так, где наш тачка? Слушай, где она? Ну вот и я, Ральф. Сегодня мне нужно что-нибудь одноразовое. Мы не знаем, как пойдут дела. Пап, привет, Томми! Во! Я вот это... Всё, пока. Блять, вот я у Ральфа скиданул так чил. Че ты, блять, хочешь, как... Он по-любому еще говно какой-нибудь отвечает. А я хочу на твой. Добавок, они очень точные. Смотри, как легко его украсть. Меня заметил. Вообще хуйня. Все, пока. А все, Ральф, да вот, не это. Мне нужно венчинца. Ты старикан, блядь. Стволы давай, я ей собираюсь кулаками убивать. Кого там? Никого-нибудь. Хеппи бёзди. Чую. Мафия. С днём рождения, Кать. Мафия. Мафии сейчас сколько? 2002 года. Всего, товарищ. Мафии 5 лет. Я прикинь, сколько прошло. А третий. Третий исполнится.
Ответика королица 26 апреля 16-го года. 16-го. Проникните на пароход, любите советника. Бангай. Плохие чуваки, плохие парни, блядь. Пока, ребятки, блядь. Мне на пароход, женщина. А, вот. Я не стоп. Я не стоп, если есть порешение, если нет, я пошел вас пойти. Ну, не, я только забыл, если я не стоп. Это же я взял, уходи. Он просто, блядь, сука, съебался. Мы снова пойду, блядь. Чтобы он сделать четко, блядь, по схеме, как сказали, потому что все эти, блядь, прохождения, перепрохождения по 100-500 раз я не живу. Эй, место, это не я прохожу отойти. Не, он не забыл где-то. Когда сделать, когда сюда выходить. Надо, блядь, надо было просто зайти в сам дверь, там открыто, и одеть вот эту форму капитона. И все. Мне продала билет не нужен. Ладно, ладно, слыхай. Я
для Руда, который участвует в подготовке убийства, не было ли его встречи. Закрыть. Отцепить меня. Сейчас сиху. Эх, блядь, была не была. Хотел покончить с ним. Самоубийство. Что вам нужно? Виски за льдом. Это твой первый день? Где мы слушаем? Вот. Слышь, братва. Некоторые из этих там очень чертили настоящий мужчина. Но это попёрся. Так очень не вечер. Что-то все не с работы. Работай. Не перезла. А слово. Ну, ты выиграл. Бедро, молодой. Не мешай мне, не видишь, что я думаю? Извините, блядь, почтеннейший господин. Мне плевать, что ты думаешь, не думаешь. Да, а ты же явно не говоришь, такого милейшего. Видел эту бабенку с Джоном? Да, за такое стоит ударить. Должно быть. Он как сумочка же. После этого привел сюда? Он совсем не сумочка. Слышь, да я стою. Где мышка-то? Задаром, ты слышишь, бабло плати. Кому видел полку? Да. Наслаждайтесь уже. Дорогуша, это фантастика. К сожалению, мы не обслуживаем человека. Чему? Ты чё? Ах, какой твой бог. Ну и бедный же лун. Это дистанция, но не могу зайти. В одном столе это делать. Да, ну не насрать, если не хочешь работать. Не мешай мне, не видишь, что я думаю? Извините, блядь. Под раковиной лежит. Там, в этом бардачке. Открой, блядь, мне. Да где этот пистолет, а я слышу, ты? Чмошки. Дрома пить. Где же? Дром попить. Молодой человек.
делаешь, Паша? Ладно, ребят. Давайте на этом закончим. В следующий раз, короче, что-то сделаем. Нормально, люди. Найдите, вот, ладно, давайте прямо сейчас посмотрим. Мы найдем такие. Найдите оружие. В туалете. И тут два. Вот. Нашли его. Знаком мне это ведро. Нет. Да. А второй планет? Ну да. Что вам? Это твой первый день? Нет, это не мой первый день, Саша. Нихуя. Есть какой бы второй этаж еще тоже. Так что ничего. Пока. Не видел эту бабенку с зоном? Хотя ни туалета, ни... Нет ничего. Завоевало его сердце. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк и всем пока, увидимся.